Еще одна точка кипения в Иванове, но абсолютно уникальная для России. Официальное открытие состоялось во вторник. Новая точка кипения располагается на станкостроителе в стенах Ивановской композитной мануфактуры. Это технологическое пространство. Здесь можно осваивать бизнес-практики, учиться у наставников на рабочем месте. Мы будем показывать некую модель того, как можно построить технологический бизнес. И это будет реально видно, что называется, за стеклом. Потому что точка кипения находится в сердце производства, и буквально не выходя из лекционного зала или из пространства, в котором можно что-то собраться и обсудить, видишь, как делают, допустим, лонгборды или скейтборды, или корпусы для современного оборудования, или современные чемоданы с элементами интернета вещей и так далее. То есть человек, приходящий в технологическую точку, погружается в новый технологический мир не в абстракции, не в мечтах, не в фантастике, а вот буквально наблюдая его за 3-4 метра. Наблюдать стадии производственного процесса, участвовать в тренингах или проводить лекции. А еще есть одно хорошее условие – делиться знаниями и получать информацию. Здесь можно только бесплатно. Это замечательный коворкинг-центр, место притяжения молодых, талантливых, интересующихся людей. Людей, для которых очень важно обмениваться информацией, делиться опытом и получать и практические, в том числе, навыки для себя, для своих стартапов, для своего возможного бизнеса. Прийти в точку кипения может любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте Лидер ID. Говорят, это займет ровно 1 минуту. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.